Яркая этикетка, темно-коричневый цвет, напиток знакомый с детства. Компания «Бочкари» запустила массовое производство полюбившихся напитков «Кола», «Оранж», «Цитрус Хит», «Бочкари». Популярная во всем мире газировка изготовлена на натуральном сахаре без использования сахарозаменителей. Мы пилотно выпускали эти три направления в маленьком масштабе. Предварительно разослали это по всем сетям, по дистрибьюторам на дегустацию. Оценки были очень положительные. И после этого приняли решение это уже в больших масштабах, в индустриальных масштабах выпускать. Над линейкой напитков «Бочкари» «Хит» технологи и маркетологи компании упорно работали с начала этого года. Тщательно подбирали ингредиенты, прорабатывали пропорции, отрабатывали рецептуру, дегустировали. В результате потребители получили привычные, любимые ароматы и вкусы, которые могут конкурировать с продукцией транснациональных компаний. Кстати, «Бочкари» имеют многолетний опыт сотрудничества с компаниями Coca-Cola, PepsiCo. И в разработке новой линейки завод ориентировался на стандарты лидеров рынка. Секрет, вот о чем сейчас Александр Владимирович говорит, рецептуры Coca-Cola, да, там он скрыт под семью печатями. Ну, там для нас это не было, наверное, каким-то большой сложностью, собственно, понять, из чего он делается, как делается. Да, главная задача была наша, вот о чем мы говорим, то есть это натуральность, вот, и стандарты качества, там, да, которые, собственно, у нас всегда применяются на нашем предприятии. Компании отмечают непростую ситуацию на рынке производства газированных напитков, дефицит алюминия, натуральных компонентов. А ситуация по углекислоте, без которой производить газированные напитки невозможно, критическая. Стоимость выросла более чем на 400% с начала этого года. Но без любимых напитков российские потребители точно не останутся. В «Бочкарях» сами производят углекислоту. Как бы это парадоксально ни звучало, но пивоваренное производство генерируют все-таки в процессе брожения углекислоту. И на сегодняшний день мы, по сути дела, две трети своей потребности мы закрываем, ну, скажем так, собственным производством углекислоты. Новая линейка напитков появится на полках магазинов уже в ближайшее время. Известно, что это два ритейлера. Какие именно, в компании пока держат интригу. Но ясно одно – Алтайский край может вкусно и качественно замещать иностранные продукты.